Добрый вечер, дорогие сябры. Теперь мы поговорим крыху про не вельми вядомую сторонку повстання, про удел у повстанні представников інших национальностей. Ну, кажуть, что нельга выбрать айчину, але кожний може выбрать свободу. И коли десь починається змагання за свободу, за незалежність, то яно под свої стяги притягує і представников інших народів. Ось так було і в 1863 році. В шерегах наших повстанців воювали поляки, українці, росіяни, французи, угорці, венгри, італьянці. І от про нескольких італьянців я зараз згадаю. Тут уже був у нас на наших занятках вот это вот имя, названное Ахилло Банольди, да, славутый портрет Калиновского, фотопортрет зробив. Значит, Ахилло Банольди, он итальянец, народился он, правда, вот этой портрет, а там вот будет и сам Ахилло Банольди, да, вернемся. И он был спевак, танцмайстер, и итальянец по крови, он стал таким литвинским патриотом, патриотом Великого Князства, и выходил в этот комитет нелегальный, который рыхтовал повстанье. И еще итальянцами были протки еще одного повстанца, вот этого мастака Михала Эльвира Андриоли, згаданого уже, мы тут убачим ягоные иллюстрации. Захавалися звесты про то, что у полон до российских карников трапило некольки пораненных темноскурых повстанцев, муринов, негров. Вось. И каторгу отбывали разом с нашими повстанцами некольки повстанцев-французов. Так само были в шерегах повстанцев и росейцы. Один из них Аполлон Соколов, 20-годовый вольный слухач Городского землеробчего института, долучился тогда до повстанцев Людвига Звяздовского, когда был захопленный город Горки, и заставался со своим командиром до опошних дён. Потом его життё згасло на каторзе в Сибири. И еще одно имя – это Дмитрий Базанов, и он был писарем у троцким повете и так само был арештованный. И у паперах следчей комиссии отзначалось, что Базанов имел незвычайную дерзкость и отправлял бунтовникам великие партии зброи. Ну и треба сказать, что вот этничных росейцев, неуродженцев краю, таких як Соколова, як Базанова, їх суайчинників карали більш жорстко за удел повстання. Їх позбавляли обов'язково дворянства, майомості. Ну, от того ж Аполлона осудили на 12 років каторги у сибірських копальнях. І ще одна так само не вельми відома сторонка – це удел у повстанні наших жанчин. Ми пам'ятаємо, що...